Жители Ульяновской области регулярно отправляют гуманитарные грузы нашим военным. И в этот раз активисты группы «Зов памяти» собрали транш со всем необходимым. В центре рабочего поселка Ишеевка собрались местные волонтеры, которые подготовили посылку. Два УАЗа «Буханка», техника, гостинцы, инструменты. Перед тем, как формировать груз, волонтеры связались с командованием подразделения и узнали о потребностях. Генераторы, бензопилы, инструмент, строительные материалы, продукты питания, именные посылки, спальные мешки, ну много чего там по запросам бойцов, которые мы получили от них. Гуманитарка отправится в 15-ю, 31-ю и 91-ю бригады. УАЗы перед отправкой доработали. Куплены они были за небольшую сумму, после чего местные умельцы поработали над машинами. Группа «Зов памяти» с начала спецоперации активно помогает бойцам. Подобные выезды стали доброй традицией. То есть данная поездка для нас уже 18-я. За меньше чем за год это 18-я поездка. Всегда все делано совместными усилиями. 1300 активистов состоит в организации «Зов памяти». Это жители Ульяновска, районов области, и наши земляки, проживающие в других регионах. Одни помогают деньгами, другие плетут маскировочные сети и сушат супы. Участник СВО Валентин Наумов знает не понаслышке, насколько важна помощь тыловиков. Также необходимо увековечить память тех, кто, защищая родину, погиб на поле боя. В Ишеевке расширяют мемориал, посвященный бойцам разных подразделений. Вот у нас с вами за спиной сейчас находится, сейчас первый, сейчас у нас на подходе после Росгвардии и воздушно-десантных войск пограничники. И то есть это не просто общность, да, это и общевойсковая общность, это все мы вместе, никто никого не разделяет, никто не уходит в сторону, все едины. Гуманитарный груз собрали возле памятника погибшим в локальных войнах. По традиции неравнодушные люди возложили цветы к монументу и продолжили подготовку к отправке. В ближайшее время гуманитарка приедет в Луганск. Виктория Чиркова, Марат Мехдиев. Улправда ТВ.